Культура вне политики. Такой была тема разговора за круглым столом «Россия-Балтия», который прошел в рамках 25-го театрального фестиваля «Балтийский дом». В заседании приняли участие театральные режиссеры и руководители коллективов России и Европы, а также представители власти. Участники беседы пришли к выводу, что, несмотря на сложную политическую обстановку, культура должна быть выше противостояния идеологии и международных конфликтов. Жесткое разделение на левых и правых, на наших и не наших, на своих и чужих, глубоко противоречит, на мой взгляд, самой сути того, чем мы занимаемся. А именно, чем мы должны заниматься, мне кажется, это любовь и милосердие. Фестиваль продлится до 14 октября. Самое ожидаемое событие – премьера спектакля «Борис Годунов» в постановке литовского мастера Эймунтаса Некрошиса. В программе также постановки «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру от лидера румынского театра Сильвио Пуркаретте и «Детство 45-53», а завтра будет «Счастье» по произведениям Людмилы Улицкой. Также свои работы представят коллективы из Швеции и Китая.